мчитесь навстречу мечтам, летите. Маленькие пони. Седьмая серия по сценарию Карла и Джерри Конвей «Щенок в гостях у пони». Какая радость! Какое счастье! Первый день осени! Взгляните, как красиво! Но не нужно забывать об осенней уборке. Зима не за горами. Да знаем, мы знаем! Ну давайте сначала немного поиграем. Щенок! По-моему, он спрашивает, как Бантик себя чувствует. Замечательно, ты спас меня. Только я весь промок. А теперь он меня высушил. А как тебя зовут? Он не умеет говорить, он еще маленький. Ой, мы назовем тебя Дином, потому что ты огромный, как динозавр. Ты что, потерялся? Тогда пойдем с нами. Вот здесь мы и живем. Заходи, пожалуйста. Даже не знаю. Собака – это большая ответственность. Я считаю, что наш щенок самый большой. Пони, 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 ну подумайте только, где он будет спать? Везде, где ему захочется. А что он будет есть? А чего он не будет есть? Мы построим ему будку. И он будет питаться моими бисквитами. Скоро придет зима, и мы не можем оставить его на улице. Он всего лишь щеночек. Правда! Оставайся! Оставайся! Эту работу никогда не закончить, даже некогда поиграть. Дин сказал, что хочет убирать вместе с нами. Сначала тебе нужно помыться. Ты весь испачкался. Ой, Дин, ну что ж ты съел все наше мороженое? Ты поди сядь. Я наведу порядок. Хочешь еще помочь? Ну уж нет, ты достаточно натворил. Этот неуклюжий зверь уселся на мою коллекцию открыток. О, они испорчены. Не стой,
Кисси. Этот домик такой прочный, построен, кажется, на века. Ничего на свете не длится вечно, особенно мое терпение. А я знаю, о чем вы думаете. Что же нам делать с Дином, этим непослушным щенком? Там, где он играл, все переломал, дом перевернул вверх дном. Что же делать нам с Дином? Шум стоит сплошной и гром. Там, где Дин поел, ой, он уже успел перепачкать все кругом. С ним столько забот, он маленький очень. С нами было тоже, между прочим, много у родителей хлопот. Что же делать нам с Дином, этим непослушным щенком? Он скоро подрастет и станет сторожить наш райский дом. Он скоро подрастет и станет сторожить наш райский дом. Пони, мы решили, что Дин останется у нас. Значит, он останется здесь. Дин, Дин, иди познакомься со своим новым домиком, он уже готов. Еще доставит. Маленькие дети, маленькие заботы. Представляешь, что нас ждет, когда он вырастет. Да. Я думаю, ему нужно не так уж много еды, но он растет, и мы все должны ему помочь вырасти. Пожалуйста, ешь на здоровье. Приятного аппетита. Это был весь наш ужин. Если бы еще завтрак и обед. О, ну ничего, мы еще испечем печенье. Ах ты сладкоежка. Интересно, сколько в него еще влезет? Динчик расстался с ними прошлой осенью. Это произошло случайно. Значит, он уйдет от нас. О, ну это же его семья. Дин будет счастлив с ними. Будь мужественный. Скажи Дину, что он может идти, а мы его никогда не забудем. Хорошо, Дин. Я все понимаю. Ты должен идти. До свидания, Дин! Да, нам будет очень скучно без Дина. Конечно, я буду скучать, хотя я обижалась на него из-за мороженого. Как звездочка была права. Друзья могут покинуть нас, но они навсегда останутся в наших сердцах. Милые пони,
навстречу мечтам. Летите! Маленькие пони! Летите!